И снова здрасте. Сегодня мы решили покорить долину Нарзанов. Это такой оккультурный парк по дороге в урочище Джилусу. Дорога является одной из самых красивых в России, и мы вам ее обязательно кусочками покажем. Это действительно очень красивая дорога. Просто аж некогда записывать это безумное видео, потому что хочется снимать и смотреть по сторонам. Вот, сейчас вам всю красоту я вам покажу. Сама долина Нарзанов, раньше была она не оккультурена, там просто было более 20 видов нарзанов, также есть нарзанные ванны, они, кстати, холодные по сравнению со вчерашней ванной. Вот, я все-таки окунусь сегодня, потому что у нас жара 27-28 градусов, и вообще побывать в таком месте и не окунуться, я бы, наверное, в мороз окунулась бы. Вот, так что вот так, в общем, смотрите нас снова и снова.